сейчас я покажу, как мы работаем с нашими силиконовыми формами. У меня силиконовые молды, которые мы делаем самостоятельно в студии. И сегодня мы будем заливать их гипсом. Поэтому я оставляю себе молд, который мне особенно нравится. Он очень красивый. И, конечно же, подготавливаю гипс. Гипс тоже, в общем-то, инструмент очень важный. И очень важно, какая марка. Иногда бывает, что дешевый гипс, он себя ведет не очень корректно. Становятся очень хрупкие элементы. С ними неудобно работать. Они трескаются. Я взяла гипс Г16. Это один из лучших вариантов гипса. Очень прочные получаются отливки. Возьмите одноразовую посуду. У меня стаканчик. И давайте работать пока малыми дозами. Кладем в одноразовый стаканчик немного гипса. И теперь этот гипс мы будем разбавлять водой. Водой будем разбавлять постепенно, интенсивно, не размешивая, чтобы не нарушить кристаллическую структуру гипса. Наша задача разбавить так, чтобы гипс впитал в себя воду. Доливаем понемножку. Даем возможность воде впитаться в гипс. Я немножко могу себе помочь мастихином, вот такими режущими движениями, воде проникнуть во всю толщу сухой смеси гипса. Консистенция должна быть примерно как сметанка. Тогда будет удобно заливать гипс в наши формы. После того, как мы получили гипсовую смесь, заливаем ее в форму, старайтесь лить тонкой струйкой в одну точку. Гипс сам расплывется по всей форме. Можете даже немножечко вот так вот всколыхнуть вашу форму, чтобы гипс распределился по всей поверхности. После заливки оставляем форму до полного высыхания гипса. Как вы это узнаете? Во-первых, гипс будет сухой на ощупь, будет тепловатый на ощупь и немножечко посветлеет. Прошло минут 40. Конечно, вы можете держать и дольше, но я вижу, что у меня элемент побелел, и он теплый на ощупь. И вот теперь аккуратненько я вынимаю его из формы. С обратной стороны, возможно, он еще не до конца просох, поэтому я оставляю сушиться еще на какое-то время. Вы можете доставать, конечно, через сутки, например. Да? Это я немножко поторопилась. Вот. И также достаем второй элемент. Вот он белый, это получается. Да, высох. Там, где высохло хорошо и где еще немножко сыроватый, надо досушить. На открытом воздухе сохнуть будет побыстрее. И вот таким же путем, как и этот элемент, я из молдов понаделала кучу отливок. И теперь можно с ними экспериментировать. Давайте попробуем каждую из этих отливок покрасить по-разному. И вы увидите, какой разный будет результат. И как по-разному можно потом будет их применить. И вот теперь вы видите, что совершенно по-разному окрасив полученные элементы, вы можете делать работы, начиная от роскошного барокко и заканчивая милым винтажом или простым кантри.